Ни слова о выборах, ни намека о поддержке новоизбранному президенту. На сессии все происходит так, будто страна и жила последние месяцы одними лишь выборами. Первым делом депутаты проголосовали за создание департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского горсовета. После чего народные избранники принялись обсуждать бюджетные вопросы. На этой почве у депутата Лилии Леонидовой, которая поинтересовалась финансированием реставрации памятников архитектуры и ремонтом жилого фонда, возник словесный конфликт с мэром. Геннадий Труханов попросил Леонидову лучше готовиться к сессии. Выступайте по 3-4 раза. И вам разъясняют, здесь ликбез проводят. Вы готовитесь к сессии и выясняете вопросы. Потому что, судя по вашим вопросам, вы сами не подготовлены пришли на сессию. Вы рассказали про 70 миллионов, куда включены и райадминистрации. Оказалось, что это не так. Но вы заботитесь сильно о городе, якобы заботитесь. Включите микрофон, пожалуйста, Леонидовой, пускай она еще что-нибудь расскажет. Геннадий Леонидович, я очень уважаю ваше мнение, но будьте добры, уважайте и мнение присутствующих здесь 64 депутатов. Это такая от меня лично просьба. Я не задаю тех вопросов, которые мне не задают жители города. Отвечайте за себя, пожалуйста, а не за 64 депутата. Я как-то разберусь со своими депутатами. Хорошо, я отвечаю за себя. Лично. Также дискуссия возникла вокруг средств депутатского фонда. Оказалось, что некоторым народным избранникам не за что делать в округе детские площадки и другие добрые дела. И это при том, что объем фонда увеличился в 1,5 раза. Сейчас эта сумма составляет 1,5 миллиона гривен вместо 1 миллиона. Секретарь горсовета Алексей Потапский разъяснил механизм получения денег на округ и напомнил коллегам, что заявления на средства из депфонда должны были поступить до 1 апреля. Но сделали это не все депутаты. Объем работы, объем переписки резко увеличился. У нас в подразделении один человек занимается подготовкой документации, обработкой всей этой информации по всем 96 миллионам и по всем заявлениям от 64 депутатов. Поэтому это достаточно большой объем работы, который пиково происходит в апреле месяце. Если бы эти заявления начали поступать в январе, феврале, в марте как-то более постепенно, мы бы это могли бы обработать быстрее. Вот я вам объясняю, почему так произошло. Затянулось обсуждение вопроса по внесению 4 парков и скверов в список зеленых зон города. Раньше этот вопрос сессии снимали. Представители депутатских фракций долго не могли решить, кто же инициатор и автор важного решения. В итоге у победы оказалось много отцов. Подписи под документом поставили руководители всех фракций и городской голова. Фракция Украинской мирской партии Сергея Ківалова принимала активное участие в проекте разработки каждой границы парка. Я лично была членом рабочей группы, и фактически 2 года длилась рабочая группа, и в частности парк Аэропортовский. Я, можно сказать, прошла то, что называется, ножками. Решение достаточно важное, потому что мы видим тенденцию самовольного захвата земли, нахал строев на зеленой зоне, и в частности в парках. В завершении заседания депутаты и мэр намекнули на изменение процедуры формирования так называемого общественного бюджета. Дело, говорят, нужное, но исказить на выходе его несложно. Это нужное, наверное, хорошее дело при формировании гражданского общества, когда люди действительно чувствуют себя участниками процессов управления, в том числе и городом, активными участниками. Но мы должны понимать о том, что нет сегодня абсолютно чего-то совершенного. Но реагировать на какие-то уже существенные искажения такого хорошего мероприятия, мы должны реагировать на какие-то не совсем правильные искажения данного проекта. Виталий Хемий, Денис Русь, телеканал «Репортер».